В Махачкале под руководством первого вице-премьера Республики Дагестан Анатолия Карибова прошла 10-я международная конференция «Миграция в регионах Кавказа. Тренды и последствия». Как рассказал организатор конференции Сергей Рязанцев, площадка выбрана не случайно, так как Дагестан довольно трудоизбыточный регион. В рамках конференции обсуждали социально-экономические вопросы трудовой миграции жителей Дагестана по регионам России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Сюда съехались гости из многих субъектов России и разных стран мира. Гости приехали на конференцию с целью сотрудничества с республикой по обмену студентами, деятелями науки и привлечения рабочих сил. Главная задача съезда – это создание благоприятных условий для развития региона. Была у нас такая идея организовать конференцию именно в Дагестане, потому что Дагестан с точки зрения демографического развития и миграции очень интересная территория. Мы хотим, чтобы наши результаты научных исследований были использованы в практической работе министерств, ведомств, правительства, республики и России в целом.